все пережили потрясение. На территории стадиона «Арена Химки» прошел традиционный смотр техники в преддверии холодов. Рабочие, дворники, водители и инженеры продемонстрировали десятки единиц крупных и компактных снегоуборочных машин. Оценивать готовность службы ЖКХ к снегопадам приехал глава «Химок» Дмитрий Волошин. Парни, привет всем. Поздороваться. Хочу с каждым сказать спасибо. Слова благодарности всем, кто убирает город. Спасибо вам большое. Каждому руку пожать. Здесь Химводоканал и Мосэнерго, МУП «Жилищник» и Объединенное городское хозяйство, а также подрядные организации. За каждым предприятием в городе закреплен свой участок. В этом году упор сделан на увеличение количества дорожных рабочих. Такое поручение дано подрядной организации. Также разработаны новые схемы уборки территории. Соответственно, закреплена техника за каждым участком и количество рабочих. В наличии у коммунальщиков есть крупная техника для уборки проезжей части и мелкая для расчистки тротуаров. Среди тяжеловесов, например, уборочные тракторы и комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ. В обильные снегопады десятки таких автомобилей будут единовременно выходить на уборку города. Труднодоступные участки расчистят компактным электрическим оборудованием. По нему у нас все хватает. Инвентаря, да? Или... Есть, но будем еще докупать, которые закупили электрические снегоуборщики. Хорошо. Плюс еще есть бензиновых. Роторных таких, так, 25 штук и подметальных, ну, щетки просто, которые мелко снизируют. Хорошо. Дмитрий Волошин оценил качество техники и рекомендовал закупить дополнительные аккумуляторные батареи, чтобы в серьезные снегопады не тратить время на подзарядку снегоуборщиков. Важно, что нету у нее шума, да, абсолютно? Да? У нее прорезиненные лопасти, тихо убирают. Да, и не воняет. Ну прекрасно, у меня техника хорошая. В этом году в Химках на улицах города работает новый подрядчик. Дмитрий Волошин согласовал с ним график работы, комфортный для пешеходов и автолюбителей. Мы бы хотели, чтобы уборка была перед рабочим днем, то есть убирать выходили в 5 часов утра. И уже когда люди выходят на работу, уже было убрано. Кроме осмотра техники, Дмитрий Волошин побеседовал с представителями служб города, которые будут заниматься уборкой снега на крышах зданий и ремонтом детских игровых площадок. Все их просьбы и предложения учтены. Мероприятие проходит ежегодно до 15 октября на территории городского Химки, где мы совместно с коллегами комиссионно оцениваем готовность всех служб. Вся техника проверена, персонал оснащен всем необходимым, отметили в администрации города. Готовность к снегопадам максимальная. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.